Вот это колесики. Здесь все по новой? Ну. Что, стоять просто так, да? Да. Куда они там все уезжают? Не знаю, просто сильно поворот. Далее сразу звук реагирует. Да, хороший звук можно послушать. Смотри, там 4 сида все было. А тут вон сколько их. Каждый выходный, каждый вечер, каждый ночь. Поехала твоя гулять. И осталось здесь. Навсегда. Я видел, между прочим, снимаю. Я вас запомнил на всю жизнь. Там что? Ну вообще где сегодня жить-то будем, а? Да, еще. До каких пор я буду... Чего?
фестиваль Moscow Classic. 600 раз у нас и вообще не всегда. Все вместе. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Дорогие друзья, я очень рад видеть здесь всех, кого вижу, и даже кого не вижу. Но, третий раз мы проводим фестиваль мотоклассов. Первый опыт у нас был в 2016 году, второй в 2017. Как ты смотришь на это такое, на сундук? Другой сундук. Пусть техника живет долго. Пусть мы все живем долго. Здоровья всем, успехов, удачи и всего самого хорошего. Я думаю, что нужно поддержать горячими аплодисментами и печатками, потому что если будет так плохо, то сейчас снег. Ева! Вот так вот нужно закрывать на первый день печальной с улькой и кипить. Там есть за рекламирование, низкие буквы, все остальное. Мы с Катей, что вам не сделали, всех готовы. Пожалуйста, фестиваль Москва классика! Я вам хочу представить моего друга Эдуарда Ночи. Он буквально случайно приехал, он живет рядом. Мы должны были сегодня играть, но никаких фестивалей не будет ничего. Аплодисменты мотоциклеру! Вот, и Эдуард приехал, сказал, а какие проблемы, сыграем. Это великие.
Мне все время, когда вот так велик я вижу, мне вспоминается Филосей. А у меня такой в детстве был велик. У меня тоже. Чуть-чуть, недолго. Явы, да. Кстати, для современного я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.